Вот теперь я вас слушаю, инспектор. Слушаю вас. Причина остановочки, ваши документики в развернутом виде. Старший лейтенант полиции Багироков Али Муратович, инспектор дорожно-патрульной службы, годен до 16 года. Да, до 16 года, минуточку. Номер РАД номер 20-15-47. Слушаю вас, инспектор, причина остановки. Поясняю. На данный момент с 30 по 11 мая до 16 года проводится классическое мероприятие «Анаконда». Цель и задача рассказать. Да. Выявление лиц, находящихся в розыске, перевозки незаконно предметов, оружия, боеприпасов. Все? Все. Инспектор. Стоп, минуточку. Причина остановки моей. Я поясняю. Целью. Нет, моя машина находится в розыске. Ваша машина не находится в розыске. Я Она есть у вас в ориентировке? Нет, почему? Нету? Нет. Я есть в ориентировке? Нет. Я должен узнать, с кем я общаюсь. Кто говорит, что вы находитесь где-то в ориентировке? Инспектор, давайте мы уточним, законные ли ваши действия или незаконные. Назовите, пожалуйста, номер дежурной части. Давайте. Восемь девятьсот восемнадцать 222 1658. Это дежурная часть. Да, 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 мы сейчас уточним все. Гагинская рота, да, ДПС номер. Угу. Ну 185 регламент хорошо знаете, инспектор? 185, 186, 186 приказ. Да, вы его хорошо знаете? То, что мне надо, я знаю. Ну а почему вы нарушаете его? А что я нарушаю? Что я нарушаю? Вот вы сейчас вот от меня что хотите, инспектор? Это мне это предоставить, я удостоверяю. На основании? Есть, поясняю, проводятся профилактические мероприятия. То есть вы меня остановили, инспектор, вы меня остановили для выявления нарушений. Почему наявление? Если есть какие-либо нарушения, то согласно административному законодательству мы будем продолжать с вами общение. Я же не говорю, что вы что-то нарушили требования правопорядочного закона. Все, хорошо, давайте. По законным требованиям на данный момент ничего не делали, не нарушили требования. Вы сейчас превысили служебные полномочия. Я ничто не превышал. Я же говорю, звоните, пожалуйста, сейчас делаем сейчас подумать. Запросто. Уже ж опыт большой имеем. Занято, инспектор. Сейчас, просто дежурно освободится. Угу. Но вы в курсе, что остановка транспортного средства для выявления нарушений запрещены? В курсе? Если не нарушил водитель правила дорожного Инспектор, вот слушайте меня внимательно, инспектор. Значит, все ваши, вот наш диалог с вами записывается на регистратор, видеорегистратор. Значит, видео, записанное через видеорегистратор, будет отправлено в УГИБДД и в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Все ваши действия будет оценивать ваше начальство. Хорошо. Без разговора. Все, я никаких претензий к вам не имею. Все хорошо. Ты с Кореска, да? Нет, я с Родниковки. С Родниковки? У да. Нас? Да, вот из-под Лабинска. Куранинский район? Да, да, Куранинский. Сейчас подумаем, я не торопись, просто там база загружена. Угу, угу. Подождем.
Желание заглянуть в багажник не будет у вас? Ну, я же должен знать, с кем я общаюсь. Ну, давайте мы сначала, для начала выясним, да, законно ли ваши действия. Да, разговора нету. Все. Все. Незаконно. Все было по закону. Так, что у меня тут неправильно? Что-то неправильно? 918-222. Много написать, 5 там не должно быть. Сейчас я обратно. Сейчас я продиктую заново. Здесь 16-58, да? Сейчас я продиктую заново. 222-16-58. Все, все нормально. Занято. Просто заняты сейчас. Угу. По-любому нам подумать. Обязательно, да? Обязательно порядке. Телефон рабочий. О! Номер машины вашей какой? 0716. Здравствуйте, это дежурная часть. Алло. Дежурный почему? Рота ДПС. Это рота ДПС? Вот смотрите, моя фамилия Жуков Игорь Николаевич. Я надеюсь, наш разговор у вас фиксируется, аудио. Ну а как... А как бы мне позвонить так, чтобы он у меня фиксировался обязательно? Ладно, все. Ладно, я вас введу в курс дела. Ну, сейчас я перезвоню в дежурную часть обязательно. Подскажите мне, пожалуйста, вот у вас тут стоит на... Что за участок дороги? 4 километра автодороги, Некрасовская, ПТП. Да, весовой контроль. Вот меня беспричинно остановил инспектор... На легковой машине. Вот он подошел, говорит, покажи мне документы. Я спрашиваю причину остановки. Он мне ее пояснить не может. Почему я не пояснил? Я говорю, а потому что? Мероприятия проводятся с тротуара. Я еще раз говорю, никакие мероприятия, проводимые инспектором, не позволяют нарушать законодательство Российской Федерации. Я вот общаюсь. А, еще, ваша фамилия как? Алло. Алло, ваша... Я вас спрашиваю. Мишин. Вы кто? Должность ваша какая? Так, ну, что мне с инспектором? Действия его не... Действия инспектора незаконные. Я у него спрашиваю причину, он мне ее не говорит. Ну, может, вы с ним пообщаетесь? Но мне что сейчас делать? Если оно законное, если... Слушайте, если оно законное, я... Мне не жалко, я сейчас достану документы, покажу ему. Но я хочу, чтобы все было по закону. Я такой человек. Какая? У нас что, боевые действия проводятся? И что там, что-то взорвали где-то? Я у него спрашиваю, вот слушайте, я у него спрашиваю, пока есть на меня какая-нибудь информация, на мою машину или лично на меня? Он говорит, нету. То есть остановка транспортного средства, вот, инспектор настаивает на том, что проводятся какие-то мероприятия.
согласно тому же приказу, никакие мероприятия, специальные, не специальные, не позволяют работникам ДПС нарушать законодательство Российской Федерации. Я правильно понимаю? Вот он меня остановил, он мне не сказал, что я нарушил. Я у него спрашиваю причину остановки, он мне ее не говорит. Он говорит, что у них специальное мероприятие, он хочет пробить меня по базе угнанных машин. Я у него спрашиваю, покажите ориентировку, согласно статье 49 Конституции РФ, покажите ориентировку на мою машину или на меня лично. Я сразу предоставлю документы. Он ничего этого не предоставляет мне, стоит, все равно требует документы. Я считаю, что остановка незаконная, и инспектор превысил свои должностные полномочия. Весь наш диалог записывается на видеорегистратор. Видео с этого регистратора будет отправлено в Министерство внутренних дел Российской Федерации для более тщательного и законного рассмотрения этого. Да, да, превысил свои должностные полномочия. Так, что мне с инспектором делать теперь? Вы ему это можете сами сказать? А? Вам обязательно трубку передать? Желание есть, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, это инспектор ДПС, вот ДПС нам это подъехал. Он доволен то, что на данный момент проводится мероприятие на конце 30-11. Он думает, что мы его незаконно остановили. Я не думаю, я уверен, инспектор. Мероприятие не разрешается. Никаких нарушений нет, согласно проводимым мероприятиям, данный автомобиль был остановлен для проверки документов. А цель и задача этих мероприятий – это выявление транспортных средств, находящихся в розыске, документов. А? Документы пока еще не предоставил. Вот я веду, он говорит, думает, что наши действия незаконны, мы здесь незаконными службы отправим транспортные средства. Все же у него записывается водитель, это же юрист-трактор незаконных. Требований разговора внесложного характера с данным участником дорожного движения нами не проведет. Не ведется все строго согласно требованиям права дорожного движения. Документы предоставят я по базе проверил. Левого пути мне никаких других претензий к данному участнику дорожного движения нет. За нарушение. Старости все разговора нет. Я трубку передаю ему. Да. Алло. На основании чего? Причину остановки мне не назвали. Да. Ни одни мероприятия, специальные, не специальные, не дают инспектору права нарушать законы Российской Федерации. Ну дай сюда такой, сейчас я вам покажу документ, разговора нет. Сейчас инспектор принесет этот документ. Инспектор, у вас я дежурный, я надеюсь, у вас тоже разговор записывается? Записывается, у меня поведение. Давайте жду. На печать. Обратите внимание, инспектор.
кооперативу. Это ваше, это не мое. Не мое? Я за Мьяма, только Мьяма. Разговора нету. Все. Я же там никаких претензий не имею. Все, понял. Алло. На основании чего? Да, я нарушил что-то. Или моя машина имеется в ориентировке. Или я имеюсь в ориентировке. Нет, ну, на... как, в связи с чем вызвало подозрение? Я ехал неровно или что-то? Ну, инспектор ваш превышает должностные полномочия, и вы, как дежурный, должны призвать его к порядку. Как не видите? Он меня за что остановил? Вы у него спросили? Давай там. И что? Никакие мероприятия, специальные и не специальные, не позволяют нарушать законы РФ. Хорошо, ладно, давайте. Я же вот... 8 918 458 0 168. Нет, не работаю. Я он безумный часть нашей зоны, уважаемый честно должен быть. Всякая смотрит там потом ответ. Где тут? Читайте. Дальше читайте. Дальше. Дальше. Качество понятого. Дальше, дальше читайте, говорю. Мероприятий, связанных с проверкой в соответствии перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов, лиц перемещающихся. Читали? Да. Прочитали? Проверка документов на право поля. Вот, это ваш внутриведомственный. Это на общих основаниях, когда все придумано. Да, это придумано. Это, вы же этим тоже руководствуетесь, правильно? Основаниями к остановке транспортного средства сотрудниками являются и подпункты, и установленные там визуально или зафиксированные с использованием нарушение требований правил дорожного движения. Нарушение вы зафиксировали? Это не нарушение, я говорю, вот так. Согласно этому пункту, то что я вам показал, вы были остановлены за проведение вот мероприятий, да. Согласно ФСБ и Министерству внутренних дел Российской Федерации проводится. Постойте, сначала идут вот они пункты. Я же говорю, вот на этих основаниях, пункт, а потом уже следует. Для остановки транспортного средства является проводимое мероприятие. Держите, инспектор. Давайте мы поступим вот так. Более грамотно. Грамотно ничего не будет, если предоставите мне ваш, пожалуйста. Я предоставлю, но если... Я предоставлю. Я же представился. Я Жуков Игорь Николаевич, вы должны доверять. Вы можете... Не, я уважаю. Смотрите, инспектор. И доверяю им так. Ну, да. А что вы мне не доверяете? Так мне должны предоставить документ, доставляющий вас лично, чтобы я знал, с кем я общаюсь. Требования инспектора. Послушайте, инспектор. Требования должны быть законные. Незаконных требований, я же говорю к вам еще. Я считаю, что незаконные. Нет. Так что предоставьте мне, пожалуйста. Сейчас, минутку. Сейчас. Никаких вопросов. Сейчас. Никаких вопросов там нет. Статья 49 Конституции РФ. Вы должны мне предоставить
доказательство моей вины. Поясняю, вашей вины здесь ничего нету. Никаких нарушений правил дорожного не зафиксировано. Вас установлено согласно такому пункту, регламенту. Так, инспектор, вот смотрите, у меня есть дежурный прокурор. Звоните, разговора нету. Города Краснодара. У ГИБДД, ГУВД, телефон службы доверия. Давайте службу доверия позвоним. Сегодняшнего. А, покажите мне ваши мероприятия специальные. Есть у вас приказ? Куда вы звонили? Вам что, не сказали, что ли? Нет, не сказали. Сказали, что там вроде бы проводится. Но я хочу убедиться. Это мое право. Конституция мне позволяет это сделать. 49-я статья. У вас есть конституция, инспектор? У нас есть конституция и административный кодекс. Правила дорожного. И закон о полиции. Ну, по закону полиции вы должны законно действовать в отношении граждан. Я же говорю, вы позвонили, я вам дал номер телефона, вы позвонили, убедились, что проводятся мероприятия. Если вы считаете наши действия незаконными, то, что вас остановили неправомерно, можете звонить на ближайшую инстанцию. Не, он не отказывается предоставить, он просто... Хочу, чтобы все было по закону. По закону, никаких незаконных. Все хорошо, мы сейчас уточним, вам. Инспектор. Уточняйте. Что ж так не хотят трубку брать-то? Выходной день. Ну там же дежурный должен находиться. Это нет, сейчас не в прокуратуру. Сейчас звоню я телефон службы доверия УГИБДД, УМВД, РФ по Краснодарскому краю. Что собственной безопасности кто-нибудь будет. Это что у нас? Я в собственную безопасность звоню ГУВД. А номер не подскажете собственной безопасности? А? Вы не знаете службу безопасности ГУВД? О, как, ладно. Наркоконтроль попали.
Я звоню в ГУВД по Краснодарскому краю. Я правильно попал? Это дежурная часть? А, телефончик? А, все, у меня есть, все хорошо. Здравствуйте. А скажите, вот у меня тут ситуация с ГИБДД. Остановили незаконно. Я хочу сделать сообщение о том, что незаконные действия работник полиции превышает должностные полномочия. Жуков Игорь Николаевич, станица Родниковская, Майкопская, 208. Николаевич. Станица Родниковская. Улица Майкопская, 208. 8 918 458 0 168. Значит, я еду с Краснодара, проезжаю по объездной Усть-Лабинска. Республика Адыгей, Красногвардейский район. Красногвардейский район. Да. Вот, остановили. Я попросил инспектора объяснить причину остановки. Он объясняет, что якобы какие-то мероприятия проходят. На предмет того, что находится ли моя машина в розыске или в ориентировке, он мне... Есть какие-то ориентировки у вас на моей машине? Он ничего не говорит. Согласно мероприятиям, я у него прошу... Я вам показал, что 85, где написано, для чего остановка транспортного средства. Пункт. Специальные мероприятия. Вы меня должны были остановить только за нарушение ПДД. Я вам поясняю. Остановка транспортного производится. Да вот инспектор тут вставляет свои эти комментарии. Я хочу сделать сообщение, да, что вот инспектор превышает свои должностные полномочия. Это какой участок? Четвертый километр. Автодорога. Некрасовская. Некрасовская, Хатукай, Красногвардейский район. Есть фамилия. Нагрудный знак 01-01-98. Фамилия моя, Багируков Андрей Муратович, вот это ДПС номер 3. А, сейчас, как? Багироков. Багироков. Али Муратович. Рота ДПС номер 3. Рота ДПС номер 3. Старший... Местом дислокации. Станица Егинская. Оба ДПС. ГИБДД, МВД, ФОРА. Станица Егинская они там дислоцируются. Рота ДПС номер 3. Отдельный батальон. Ага. Давайте ГИБДД. Так нет, пожалуйста, дайте. Минуточку. Я уже жду вас. Я вас не тороплю. Ну, не надо. Вы торопитесь куда-то, инспектор? Нет, никак не. Ну, тороплю. А что вы так? Я уверен, с кем я разговариваю, потому что сейчас будет... Я вам представился, инспектор. Я Жуков Игорь Николаевич. Представьте документ на право управления транспортом. Я еще раз говорю, ваши требования должны быть законными. Я же говорю, к вам никаких незаконных требований.
Вы меня за что остановили? Выясняю. Проводится мероприятие специальное, где все вам показал, прочитал. Остановка транспортного средства. Сколько раз вам еще повторять? На основании... Сейчас расскажу. При проведении специальных мероприятий производится остановка, да, транспортного средства. Да. Прочитали внимательно? На проверка документов, на проверка. Да. Проверка документов, лист, находящийся в транспортном средстве. У вас есть этот приказ о специальных мероприятиях? Приказ находится в управлении ГИБДД. Нет, у вас тоже должен быть, раз вы его исполняете. Я еще раз поясняю. Если вы считаете, что наши действия незаконные, еще раз говорю, я вам дал номер дежурной части управления ГИБДД и номер дежурной части МВД Республики Адыгея. Куда вы звонили, правильно? Да. Да, двух понятых. Да, вы не переживайте, мы не будем регламент нарушать и приказ 185 и 180. Никаких незаконных действий к вам не будет применяться. Согласно требованиям правил дорожного движения и данным самым приказом будет проводиться досмотр транспортного средства. Ясно, двух понятых присутствия. Это с интернета взяли? Вот это? Ну да, 185 и 186 приказ. 185 мне вот он, целиком. Вот это все одно и то же. В интернете, что вот это книжка, это все одно и то же. Все в курсе были. Угу. Его не будет производиться незаконно, правильно? Приказ, да, 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 185. Я не... Никаких лишних случаев нет. Согласно проводимым мероприятиям, они были остановлены. Вы свое время тянете и мое время тянете. Я не тороплюсь, разговора нет. Звоните куда угодно. Угу. Никаких разговоров с вами нет судебного характера, не будет видеться. Просто предоставьте мне документы, удостоверяющие личность, и документ на транспортное средство, то есть за регистрацию транспортного средства и полис обязательного страхования. Так. Инспектор, ну-ка откройте мне, пожалуйста, в 185 приказе. Что проверка документов где проводится? Я поясняю вам, что при проведении специальных мероприятий разрешается устанавливать не только на стационарных постах. На маршруте несения службы разрешается устанавливать транспортные средства при проведении специальных мероприятий. Согласно 185 приказу, который вы мне читаете, вы просто один пункт видите, то что если вы не нарушите требования правил дорожного движения или ваше транспортное, или вы не находитесь в розыске, то нельзя что ли остановить транспортное средство? Вот что вы имеете. Вы один пункт только видите. Я вам поясняю, остановка транспортного средства, где производится, то есть в каких случаях и по пункту. Это вот сейчас в вашу дежурную часть я звонил, да? Звонили в дежурную часть, и в дежурную часть МВД вы звонили. Закон полиции там. Закон полиции, да? А, закон полиции. И право дорожного движения. Так, я вам сейчас только звонил, вот я, Жуков Игорь Николаевич. Вот инспектор опять настаивает на том, что он хочет проверить мои документы, не поясняя мне моей причины остановки. Я вам еще раз поясняю, проводится мероприятие. Но он ссылается на то, что проходит мероприятие. Моя машина есть в ориентировке? Нету. А.
Хорошо. Согласно вашему приказу 185 регламенту, проверка документов только на стационарных постах. Читайте вот этот пункт, чтобы знали. Я хочу выяснить, законны ли его действия. Да зачем мне потом? Действия сотрудника полиции должны быть законные и соответствовать законодательству. Да. За что он меня остановил? Я хочу узнать, за что он меня остановил. Просто так? Нет, я хочу, чтобы в отношении меня соблюдался закон Российской Федерации. Больше я ничего не хочу. Если это законно, я даже слова бы не сказал. Но он остановил просто так, просто посмотреть на мою машину. Его действия незаконны, он превышает свои должностные полномочия. У вас там что, никого нету, кто вернет в правовое поле вашего инспектора? Давайте мне этот. У вас есть там командир или кто? Ну давайте мне телефон тогда министра, а? Не, подождите, вы сначала нарушите закон, а потом вы будете разбираться? За что меня остановили? Вы мне объясните, хотя бы вы. Так, ну моя машина числится в угоне, или она похожа на угнанную машину. Теперь он мне еще говорит, сейчас будем составлять акт, как? Протокол досмотра еще теперь он будет составлять. Так подождите, вы меня незаконно остановили, и вы же меня в чем-то подозреваете? Да я не отказываюсь. Я хочу, чтобы в отношении меня соблюдался закон Российской Федерации. Я покажу документы, не вопрос. Для меня это ничего не стоит. Да подождите, требование должно же быть законным. Или я что-то неправильно требую? Вот скажите, я что-то сейчас незаконно говорю? Жалобу я однозначно буду в прокуратуру писать. Это уже даже и разговаривать об этом не надо. Так, вот мои права. Вот техпаспорт. Разумеется, видео отдельно мне предоставите. Я не вижу у вас портмоне. Достаньте. То есть вы отказываетесь инспектора вернуть в правовое поле. Соблюдать законы Российской Федерации. Нет, хорошо, объясните, хорошо, тогда вы мне объясните, на каком основании меня остановили. Причина остановки. И он не может объяснить. Он ссылается только на этот приказ. У него есть этот приказ? Приказ. У вас есть этот приказ? Он говорит, нету. Он не может предоставить мне этот приказ о том, что проводится мероприятие. У вас он тоже есть? Хорошо. Моя машина остановлена на каком основании?
Но пусть он мне объяснит и все, никаких вопросов. Я ему вот показываю документы. Свидетельство о регистрации транспорта. Не нужно. Это сзади, это с другого автомобиля. Я на данный автомобиль. Подождите. На законных основаниях я должен предоставить. Правильно? Согласно законодательству. Или вы считаете, что вам можно нарушать все законы? Нет, это вы так считаете. Вы так себя ведете. Я вам сообщаю нарушение законодательства. Вы начинаете покрывать. Это что? Это как называется? Это покрывательство. На службе он должен исполнять законы Российской Федерации, а не нарушать их. А почему нет? За что он меня остановил? Сказано в 185-м регламенте вашем, что остановка только за нарушение ПДД. Ну пусть он мне его скажет, неужели трудно так сказать? База Рус, база на связи. Я до сих пор... Дежурный? Дежурной части МВД разговариваю. Я жду ваших решений. То есть даже действий. Автомобиль Vortex. Вот номер Анна 745. Моя машина есть в этом, в розыске? Похожая. Водительское удостоверение 23, Ульяна Константин. 513. Так, минуточку, инспектор, давайте, то есть не инспектор, а дежурный же вы там, да? Давайте я запишу вашу фамилию тоже, на вас будет под... заявление в прокуратуру я напишу. А, Жуков Игорь Николаевич. Давайте скажите фамилию, имя, отчество. Сейчас я... Свистунов. Сергей Юрьевич. Ваша должность. Звание какое у вас? Все, Сергей Юрьевич. До свидания. Инспектор, а теперь давайте я запишу. Давайте, скажите, Багируков. Что. Багируков? Али Муратович. Багируков. Ага. Да, 98. Багируков как? Али Муратович. Али Муратович. Муратович. Старший лейтенант. Лейтенант. Рота ДПС номер 3. Оба ДПС. ОБДПС. ОБДПС. ДПС. По Республике Адыгея. Вот три ДПС, ОБДПС. Два понятых. Сейчас будет подоснуться, просто сейчас я хотел. На основании. Основание, я же говорил. На перевозке незаконных предметов, боеприпасов, оружия, согласно проведению мероприятия. Вам поясню, ну, инспектор, вы прям уже прям... И документы, удостоверяющие личность,
находящий транспортный центр вашего поселения. На него есть ориентировка? Да причем туда лиц, находящихся в транспортном средстве. Я же вам прочитал, согласно требованиям 185-го приказа, вам никаких ты, законов... Ты взял не документы? Нет. Документ просто возьмёт, я просто гляну, никаких вопросов нет. Что вы так называете? Мне паспорт... Выезд удостоверения, пожалуйста. Кого? Выезд удостоверения, пожалуйста. Сейчас быстро осмотрим. На основании чего? Я пояснил, согласно проводимому все хорошо, все записывается. Перевозимого груза, предметов. Все, не вопрос, не вопрос. Вам никаких претензий нет, пожалуйста. Да, подойдем, пожалуйста. Не, сиди. Дай-ка паспорт.
Угу.
Первый раз такой на стерне попался. Ну ничего, он себе такой геморрой нажил. Теперь задрочится отписываться от меня.